Какие бывают сорта и виды гречки? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы актуальные. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти виды и сорта гречихи. Есть множество разновидностей гречневой крупы. Для каждого блюда подходит свой вариант. Виды гречки различаются по способу обработки исходного сырья. Идрица – наиболее распространенная шлифованная гречка. Представляет собой цельные или чуть расколотые зерна, освобожденные от лузги. В этом виде крупы гораздо меньше сора, она легко промывается. На продажу выставляют идрицу пропаренную или обжаренную. Продел – это измельченные, дробленые зерна, также известны как сечка. Продел варится значительно быстрее, чем идрица. Каша из него получается нежной и однородной. Продел рекомендуют для приготовления запеканок, биточков, крупняков. Зеленая гречка – это идрица, которая не проходила стадию обжарки. Особенно популярна среди любителей здорового питания. Этот вид мягкий, сохраняет зеленый цвет и все полезные качества. Гречневые хлопья – зерна идрицы, расплющенные и прошедшие обработку паром. Применяют для каш быстрого приготовления, при изготовлении диетических хлебцев. Гречневая мука – самый мелкий помол гречихи. Используется для приготовления лапши, хлеба, блинчиков, булочек. Проращенная зеленая гречка будет замечательным дополнением к различным салатам и другим блюдам. Однако при длительной термической обработке эта крупа теряет полезные свойства. Сорта гречки определяются по степени очистки продукта, идрица первого, высшего, сорта, самая чистая и тщательно обработанная. Крупа без лишних семян, необработанных идр, второго сорта, в пачке допускается только до 7% сора, шелухи и других примесей. Третьего сорта, самая нечистая крупа, в упаковке содержится до 10% сора и шелухи, перед употреблением его лучше перебрать и промыть. Как выбирать гречку? На продуктовых полках магазинов представлен широкий выбор гречневой крупы от разных производителей. При покупке обращайте внимание на упаковку, внешний вид, запах и вкус, так как у партии могли быть неправильные условия хранения и транспортировки. По упаковке чаще всего гречка продается в целлофановых пакетах. Они отлично защищают продукт от влажности и вредных веществ. При покупке внимательно рассмотрите пачку на предмет разрывов, дыр и других повреждений целостности. Качественная крупа не должна содержать посторонних примесей. Если ядрышки имеют примерно одинаковый размер и цвет, это говорит о хорошем качестве обработки и сортировки крупы. По цвету после паровой обработки крупа приобретает приятный коричневый цвет разной интенсивности. Она хорошо разваривается, но не рекомендуется для детского или диетического питания, так как сохраняет мало полезных веществ. Непропаренные ядра имеют бледный кремовый оттенок, отдающий желтоватым или зеленоватым. Готовится такая каша дольше, чем из пропаренных зерен, но зато сохраняет полезные свойства. По вкусу у сваренной каши не должно быть кислого или горького привкуса. Все это свидетельствует о том, что в крупе содержатся вредные микроорганизмы, которые вызовут отравление. Полезные свойства гречка хороша тем, что содержит много углеводов. Их длительное переваривание обеспечивает организму долгое чувство сытости. Также в крупе высокое содержание белка и низкий процент жира. Наиболее полезными считаются идрица и зеленая гречка. Они меньше всего подвергаются предварительной обработке. В зеленой гречке содержится все 8 незаменимых аминокислот: триптофан, лизин, метионин, валин, трианин, лейцин, изолейцин, фенилаланин и гистидин. По их концентрации ее опережают только бобовые, но гречка лучше усваивается организмом. В ее составе калий необходим для поддержания сердечной деятельности, кальций и фосфор незаменимы для костной системы. Йод оказывает важное влияние на рост, развитие и обмен веществ. Фтор – важный элемент для зубной эмали, молибден. Поддерживает активность некоторых ферментов, кобальт участвует в процессе кроветворения, функционирования нервной системы и печени, железо укрепляет иммунитет, обеспечивает ткани кислородом, витамины в 1 тиамин, в 2 рибофлавин, в 9 фолиевая кислота. Играют важную роль в обмене веществ, принимают участие в образовании эритроцитов, регулируют репродуктивную функцию организма, участвуют в образовании новых клеток. Что такое пластиковая гречка? Пластиковой гречкой называют фальсифицированную крупу, произведенную в Китае.
Что входит в ее состав, точно неизвестно, но предположительно это синтетические соединения и отходы пищевой промышленности. Особенности продукта – низкое качество, плохая усвояемость, вред для аллергиков и людей с больной печенью. В Китайской Народной Республике этот вид крупы относят к категории питания низкого качества. Ниже искусственной гречки стоит только комбикорм. Не гонитесь за максимальной дешевизной, покупайте крупу отечественного производства от известных торговых марок. Заключение: самый распространенный вид гречки – идрица, а наиболее полезна зеленая крупа. Она не подвергается термической обработке, поэтому содержит максимум полезных веществ. При покупке проверяйте целостность упаковки, обращайте внимание на срок годности и цвет крупы, чем светлее, тем лучше. Как выбрать гречку? Watch this video on YouTube.